Всем-всем-всем-всем, салямчики и братанчики и принцессочки, всем большой салям, с вами ваш кумыс, как говорится, здесь, а тут и не томится, лайк, прожал, кумыс, я руку пожал, волды тут, волды поймут, волга волга на 70к. Ребята, не забываем подписаться на канал, прожать лайк, прожать колокольчик, потому что сегодня я вам запишу еще один годненький такой контентчик. Обычно всем вам показывают, как там подниматься с команды. Я вам уже показал, как можно соло подняться за 500 тысяч. Но бывают и те люди, у которых бывают проблемы, когда у них просто на счету 0. Когда они просто все сливают, когда даже пытаются найти, зайти с 500 тысячами, так сказать, метра валюты и сразу отлетают 0 и не знают, как снова подняться, ребят. Вот специально для вас я приготовил такой небольшой видосик. Он растянется на 2-3 части. Мы попытаемся с нуля бабла, вообще с нуля шмота дойти до 6-го фулл сета, ребят. Поэтому присаживайтесь поудобней, готовьте чаек, кто-то кушает там, булочки, плюшечки. И давайте посмотрим, возможно ли это сделать или нет. Попробуем это вам показать на видосиках. А для начала, ребят, я бы хотел узнать, как вам МКшка? Ее сильно понерфили или нет? Пожалуйста, отпишите в комментариях. И с каким оружием теперь вы уже играете? Обязательно в комментариях напишите. Ну что, ребята, приступаем. Переходим в наше лобби. Вот, да, тут у меня есть бабки, не бабки, но все будет предельно честно. Будем все, ребята, записывать, то, что мы подняли, не подняли, и прямо растянем на несколько частей. Надеюсь, вам данный видосик годненько, так сказать, зайдет. Смотрите, ребят, представим, что у меня ни хрена ничего нету. Мы же можем это представить? Так, надо поменять карту, поставим вторую карту. Я предполагаю начать со второй карты, потому что второй карте все-таки там и ящики получше, и можно что-то такое годненькое, ребята, поднять. Поэтому на первую карту, если мы попытаемся заюзать первую карту, это будет очень долго и растянуто. Поэтому самый лучший для меня вариант, по крайней мере, как я считаю, это вторая карта. Все выкидываем, просто все выкидываем, ребята, смотрите. Все выкидываю, просто все. Ничего нету. Ни аптек, ни бустов, ни рюкзаков. Абсолютно голый, мы начнем играть в соло режиме, естественно, ставим соло режим и врубаем, и запускаем бой. Представляете, на соло режим на второй карте пускает в бой. Я не знаю, кто так поднимался, кто так не поднимался, спасибо за подписочку. Сворачиваем, запускает на соло режим в бой, заметьте, я зашел полностью пустой, полностью нулевый. И попытаемся, ребята, с нуля. В прямом смысле с нуля поднять фулл 6-й сет, ребят. Сейчас пройдет определенное время. А определенное время это у нас 15-17 секунд. Заходим. Что же нам рандом великий даст? Смотрите, ребят. Нам рандом дает сразу пистолет. Сразу ящик. Смотрим, где появляемся. На барак. Возле нас в соло режиме. Раз, два, три, четыре типов. В первую очередь наша задача, ребят, выжить. Во вторую очередь нам нужно обязательно закрыть бота, потому что у бота мы можем тоже что-то подлутать. Ни шлема, ни брони у меня ничего нету. То есть в начальной катке нам дают патроны и пистолет. И с этого, поверьте мне, можно спокойненько подняться, если все делать аккуратно, супер, конечно, аккуратно. И никуда не торопиться. В первую очередь нам, естественно, нужен желательно бот. Здесь у нас бот есть, на вышках бот есть. И во вторую очередь, ребят, тут самое главное это выживать. Если вы сможете выживать, то, естественно, вы сможете спокойно все апнуть. Вот таким началом мы начинаем, ребята. Просто с нуля. Ух, бот уже есть, слышно, да? Сразу начинаю лутаться. Это слышно. Так, сразу убегаем, ребята. Это сложный бот, это опасный синий бот. Ой-ой-ой, мне... У меня ни шлема, ни брони, ребята. Но один человек уже тут бегает. Че, я поднял сразу за сейвим сейв? Пытается поднять. Да, тут проблема в том, что бот ни хрена не умирает. Но нам сейчас... Для нас боты не опасны, на самом деле. Для нас сейчас самое опасное, это вот челики. Видите, боты байтятся. Ну ты куда идешь, синий бот? Сейчас тузика покажу. Накажу тебя, позову. Тут главное все по сейву, ребят, делать. Просто сами понимаете, вторая карта. Меня любой тип сожрет. Где бот на вышке? Такс. Ну, смотрите, стрелять вот по нему смысла нет. Видели, да, чел пробегает на 255?
Нам палиться нельзя. Нам наша задача основная сейчас просто залутаться и выжить. И нам надо просто подождать, пока все разойдутся. И залутать. Кстати, ее респ хороший, между прочим. А, мы его закрыли. Так, ну чё, коллиматор есть. Броня вторая есть, второй шлем есть. Даже какие-то патроны, какие-то тут ржавые, не ржавые есть. Два выстрела и минус бот. И самое опасное сейчас не попадаться на синего бота. Если мы на синего бота попадемся, то нам тяжело будет. Пока нам нужно еще поднять рюкзак. Вот здесь еще бот обычный бегал. Сможем его закрыть? Угу, слышу выстрелы. Так, у меня тут чел бегает и на мосту тип бежит. Два патрона. Воу! Минус голова, пацаны! Он без шлема. Но там через мост, короче, еще один подходил типок. Блин, у меня патронов нет, у меня только пистолет. Вот это, кстати, это хорошая тема будет его залутать. Но там через мост тип еще пробегал. Так-то ничего, Винчестер-то. Шотик-то прописал с 10-го раза. Но туда смысла нету идти лутаться. Так, он обратно бежит. Так, ладно. Сейчас спокойненько лутаем боту, спокойно лутаем ящики. Начинаем фармить, ёптать. И надо не забывать, что мы челика закрыли. Надо его тоже по-хорошему залутать. Так, девятки нам нужны. Сейчас будем лутать ящики, ребят, подниматься. Ну, синего бота смысла нету закрывать. Мне еще желательно рюкзак поднять. Так, вот он, наш ботик. Что, тут рюкзак есть? Давай, поднимайся. Поднимайся, поднимайся. Нормально. Сейчас залутаем его. Так, эмочка. Возьмем по этот прицел и дробаш возьмем. Монтировочка есть. Теперь наша задача найти рюкзак. Так, у нас было 0, уже 34 тысячи стоимость, ребят. Бабосики поднимаем. Но, говорит, без рюкзака будет сложно, поэтому нам очень важно найти рюкзак. Надеюсь, у того типа будет рюкзак. Так, ну еще мы типа закрыли. Собираем все, нам каждая копейка важна. Особенно карточку было бы круто найти, вообще было бы идеально. Моторное масло. Никогда не думал, что я буду радоваться синим обвесом, типа часам, поняли, да? Я так доволен. Есть. Все, рюкзак есть, отлично. Нам надо апнуть, по крайней мере, минимум 150 тысяч. Что-то, чтобы мы смогли что-то купить. Горно и уже так на серьезочку наступать. Так, пока 50 тысяч на апе. Да, ящик, вторая карта. Да, в такие моменты самое опасное это палиться. Если вас палят, это вообще good game. Мне тут дробаш не поможет, 100%. Выход у нас в жопе мира. И аптеки, и бустов, кстати, у меня нету. Надо попытаться, а вот он. Фиолетовый, неплохо. Жетончик. Патроны возьмем, семерку? Ну, возьмем. Может, какой-нибудь калаш найдем. Так, ну 25 тысяч, ребят. 80 тысяч уже подняли. Так, у нас оружие не то. Мы синего бота не сможем убить.
Он меня, скорее всего, сам быстрее закроет. Поэтому сходим, наверное, на Power Station. Там побегаем, полутаемся. Ну, минимум надо 100 тысяч поднять хотя бы за первую каточку, ребят. Без 100 тысяч вообще не стоит рыпаться. Просто за 100 тысяч можно уже что-то такое более-менее купить. Патрончики, нематрончики. Я буду все записывать, сколько я продал, сколько я вынес. Чтобы вы видели, что на самом деле все по-честному. И чтобы увидели, реально с нуля тоже можно подняться. А то бывает, ко мне в чат залетают, типа... Кумыс, дай шмот, дай броню, у меня ни хрена нет. Ребят, смотрите, с нулем можно подниматься так. О, второй рюкзак, халява, пацаны. Так, бустик, неплохо. Бустики нам нужны. Нам бы оружие поднять какое-нибудь годное. Типа АКМ, знаете, что-нибудь такого. Вот бустик это вообще имба на самом деле. О, отлично, ничего себе, двустволочка-то. С двумя зелеными патронами можно спокойно забирать. Так, еще рюкзак. Бизон может взять, ребят, на девятках. У меня девятка-то есть. Да, я думаю, лучше бизона зажимать, чем с винчестера целить. Так, ну неплохо, подняли бизона. А, где прицел? А-а-а, тут чем прикол-то от прицел-то не поставить. Сейчас только открываю ящики, мне тут на второй карте выпадает МКшка высшего качества. Мечтать не вредно, конечно. Ну, 91 тысяча уже есть, ребят. А второй рюкзак у меня еще не полный. Так, вроде тут еще, да, надо вот тут аптеки, бусты забрать. Где еще можно полутаться? Здесь можно на Крейштате полутаться, кстати. Так, есть бинты, шикарно. Пойдем на Крейштат, там полутаемся. Так, тут еще ящик у нас. Нам каждый ящик важен. О, дизельное масло. Тоже неплохо. 98 тысяч, ребят. По шмоту тут можно легко подняться. А вот оружие, ребята, да. Оружку мы, конечно, заколебемся выкупать. Хотя бы, знаете, чем? Просто купить МКшку улучшенную, и можно спокойно отыгрывать вторую карту. Вторую карту еще с засады ставить соло. Так, дизель неплохо. 102 тысячи, ребят, уже подняли. А запомните, а мы-то заходили с чем? Мы вообще без ничего заходили. У нас был только пистолет. У нас уже есть бизон поврежденный и двухстволочка. Ой, хорошо, хорошо, синие обвесики. Неплохо, неплохо пока, по плану все идет. Причем это первая катка, сразу без монтажа. Как говорится, у нас есть тактика, и мы ее, пацаны, придерживаемся. Что тут? Так, ключи от машины, тут можно уже вот это выкидывать, не нужно. Армейский чайник, спасибо, не возьму. Ну, а пока, ребята, я бегу дальше лутаться. Я вам включу музыку, вы немножечко так это, ну, послушайте музяку, чтобы вам не было скучно. Так, юзишка. Ну, юзишка, кстати, тоже неплохо. Давайте врубаем музыку, ребят, кайфуйте. 3, 2, 1, вперед! Ну чё, как, ребята? Музыка вам понравилась? Можете написать в комментариях, залетела вам музыка или нет. Ну, залутали мы с вами раньше. Сразу объясню, почему я не иду файтиться на рожок, не иду лутать Тёмку, так как она жирная на второй карте. Могу это вам внятно все понятно объяснить, ребята, потому что у меня оружие ржавое, отремонтированное. И с кем-либо файтиться это будет очень сложно. Там, допустим, любая четверка меня... С какой-нибудь там МКшечки улучшенной просто закроет. За 2-3 патрона, за один патрон. И поэтому идти рисковать вот так вот, ну, смысла я не вижу. Это очень опасно. Поэтому все-таки начали мы аккуратненько. И сейчас идти просто файтиться и сливаться, и на это тянуть время, конечно, не вижу смысла. Поэтому если вы начинаете всегда, начинаете с нуля, вы все проиграли, и вам нужно как-то подниматься,
Тут самое главное не торопиться. Тут надо аккуратно подниматься. Вперед, батьки пекла, смысла нету лезть. Охрененный калаш. Зажим от бога. Еще не забывайте, что кроме вас еще есть люди. Я уже поднял 130 тысяч. А я был бы доволен 150. Поэтому, в принципе, семерочки подняли неплохо. Уже АКМ поднял, заметили? С прицелом, с магазином. Уже более-менее выгляжу нормально. Второй бронежилет. Второй шлем. Две оружечки. Так, сможем, конечно, еще общаги полутать и через общаги на выход пойти. Ну, еще было бы идеально, конечно, кого-нибудь закрыть, знаете, там. Хотя на второй карте шмот не падает, поэтому тут вряд ли даже, если мы людей закроем, кроме как жетона, нам ни хрена ничего не упадет. Воу, опреснитель воды, очуметь. Вот вам и фиолетовый компонент. Мне бы бустиков бы побольше. Так, ну опреснитель воды надо сразу в сейв. Все-таки я понимаю, что меня в любой момент могут закрыть. И так хотя бы я в плюс уйду. И сразу заметьте, если даже меня закроют, на мне шмот останется. Шмот я не потеряю. Но мы даже каким-то макаром умудрились сделать один килл. Закрыли пацана с винчестера в голову. Правда, там с миллионного попадания, но все же. Килл есть килл. Так, ну в принципе, я программу минимум выполнил. Тут бот должен быть. Ой-ой-ой-ой, сколько много по тебе надо зажимать-то, а? Полобойма. Ну, надо минималочку, 150 хотя бы тысяч набрать. Флайерка, только куда это флайерка-то, ёпта, некуда девать. Ну, ладно, флайерочку возьмем. Так, что у нас тут в общаге вообще, ящики есть? Или смысла нету в общаге бегать, искать тут что-то? Наверное, на крыше, да? Или на третьем этаже что-то может быть. Блин, да ну. Да, в этой общаге ни хрена нету. А, нет, есть один. Нормально. Красавчик, у нас прям как Спайдерман. Ладно, попытка номер два, ребят. Сейчас залутаем, там еще бинты. Не забывайте, что собирать бинты тоже нужно, важно. Потому что, когда вы будете идти уже на следующую карту, вы не сможете себе покупать. Так, ни хрена нету, ёптать. Кроме золотой чести. Ну, золотая честь на второй карте, это тоже неплохо, если честно. Неужели все ящики, они только на третьем этаже? Мне почему-то казалось, на втором, на первом этаже тоже бывали. Это тоже зависит, какая общага. Так, ищем настоящие эти с вами, ептать. Лутингисты, ну. Ну, подняться с нуля, мне кажется, тоже непросто, если честно. А тут, заметьте, тут вообще ящика нету. Мне одно интересно, мы 150к выкладки сможем набрать? Нет. Я думаю, нам надо 2-3 катки, чтобы у нас была выкладка 150к. А сами понимаете, на третью карту можно идти только с выкладкой на 150к. Так, бинты соберем, да, обязательно. Бинты мы, ребята, будем собирать. По-хорошему, нам, наверное, выход надо сгонять.
заходил с пистолетом, вышел с двумя оружками, шлем, броня, рюкзак. И 176 тысяч поднял. Чисто на сундучках. Я сейчас возьму специально, ребята, блокнот. Буду записывать. Сейчас отмотаю. Так, буду специально записывать. И посмотрим, сколько мы заработали. Так, 175 тысяч. Все это дело мы продаем. 111 тысяч с обвесами, 130 тысяч. Так, 130 тысяч, 131 тысяча. Я запишу, ребята, специально. 131 тысяча. 131 тысяча. Плюс обвесы всякие улучшенные. Блин, наверное, продать лучше все-таки. Монтировку закинем. Так. В итоге у нас вышло 145 тысяч. 145 тысяч, то, что мы вот это вот продали. 145 тысяч у нас есть. У меня даже бронежилет, эта херня легла. Сейчас отремонтируем. 52 копейки. 30 копеек. Ну, там даже тысячи нету. 200 всего. Так. Но смотрите теперь, что мы можем сделать. Мы продадим вот это. На сколько? На 1000 продали. Продадим вот это. На сколько? Вообще, помещено в рюкзак, говорит. В смысле, в рюкзак. Так. Но теперь у нас уже есть плюс, ребята. У нас есть 145 тысяч. 145 тысяч. Мы за 145 тысяч. Выкладку нам надо сделать на 150к выкладки. Мы за 145 тысяч можем уже какое-то более-менее оружие купить. Так вот, если МКшку, допустим, брать, то МКшка стоит 390. Но мы можем подняться, и нам надо сделать выкладку на 150к, чтобы попасть на третью карту и там попытаться покрысить. Но у нас пока всего 145 тысяч. Что же мы купим, ребят, за 145 тысяч? Сейчас я подумаю. ППшку можно купить, ребята. Тратить деньги тоже, конечно, неохота. Что мне по СВшкам-то? По штурмовикам. Можно купить какую-нибудь целую оружку. Целую оружку. Давайте возьмем Скорель. Она 67 тысяч стоит. Да, возьмем Скорель. Она стоит 67 тысяч. 145 минус 67. Такс. И посмотрим, сколько у нас останется. Так, тут у нас осталось 133. 78 тысяч осталось, ребят. 78 тысяч осталось. Приобретаем скорелечку. 78 тысяч есть у нас. Возьмем скорельку. Поставим. А, нет, у нас же надо считать все по деньгам. 78 тысяч. Хорошо. ПНВшку можно купить. Блин, ПНВшку надо было купить. Ладно, пока купим рукояточку. Недорогую. Какую бы рукоятку-то взять? Давайте возьмем, наверное. Все равно, я думаю, в клаусфайте будем зажимать. Поэтому даже рукоятку можно не брать. Возьмем магазинчик хороший, целый. Даже можно и зеленый магазин, не обязательно. 4000. Осталось 74 тысячи у нас. Так. Взяли магазин. Дуло возьмем тоже. Недорогое, дешевое дуло возьмем. Компенсий какой-нибудь. Давай синий компенс возьмем. За 12 тысяч. 74 дуло, сейчас 62 тысячи. Я все считаю, ребята. И все-таки рукоятку возьмем на зажимку. Давайте вертикалку, все-таки привычней. Возьмем за 14 тысяч. Осталось у нас 48 тысяч. Так, все, забрали. Собрали эмочку, МКшку, извиняюсь. Так, Калима перекинем сюда. И у нас осталось 48 тысяч. И мы уже можем более-менее нормальные патроны, ребята, с вами брать, пятерочки. 48 тысяч можем... 100 патронов начищенных взять за 15 тысяч. Осталось 33 тысячи. Взять уже зеленых патронов 200 за 10 тысяч. Осталось у нас 23 тысячи, ребят. В принципе, 300 патронов хватит. Есть у нас бинты. Все у нас есть. Можно еще бустики взять. У нас все равно 23 тысячи в запасе есть. Че по бустам? Ну, дымы надо взять. Ух ты, мало, блин.
Так, ну давайте лучше бусты возьмем побольше. За 3000 бустов. Ну, 6 бустов, 5 бустов хватит. Осталось 20 тысяч. И нужны по-любому аптеки, потому что мы уже будем пытаться с людьми файтиться. 3 аптеки. И осталось у нас 10 тысяч. Всего осталось у нас 10 тысяч, ребят. Так, бинты мы сколько штук взяли там? Бинты мы брали аптеки, 3 штуки, я помню. Thanks. И бустика взяли, да? Штуки там. А, вот, вижу. 6 бустов вроде бы. 6 бустов, да. 6 бустов. Все. Вот с такими мы, ребята, оружками. И уже мы залутаны. Мы уже тут не с пистолетом, не с нулем. Уже более-менее файтиться сможем. Прицел хоть калин есть для этого. Осталось у нас, получается, всего 10 тысяч. 10 тысяч осталось. Вот. И сейчас мы можем уже нормально полутаться. Погнали. Еще раз вторую карту. На третью карту у нас выкладки не хватит, да? Да, выкладки не хватит. Тут даже не написано, сколько мы выкладки. Но уже нормально залутано. Есть целый скорель. АКМ для ботов. И скорель для людей, если нам попадутся люди, ребят. Вот так вот неплохо мы первую карточку начали. Сейчас самое главное не сливаться. Если сливаться, это, блин, ну, с одной стороны мы ничего не потеряем. Но с другой стороны мы патроны потеряем. А это очень важно. Сейчас я хочу попытаться залутать Тёмку. Это с моей стороны очень нагло будет. Но если мы супер-супер будем аккуратно играть и супер-крисить, то, возможно, у нас есть шансы. Но у нас нету ПНВшки, и поэтому куда-то зажимать надаль, стреляться мы не сможем. И нам нужно будет ждать клоусфайт. И чисто только в клоусфайте мы сможем, ребята, закрыть людей. Но это, блин, реально сложно. Это не то, что, знаете, там, как бомжи бегают там с третьим, четвертым сетом. А начинать с нуля и пытаться фулл 6 поднять. Так, что тут у нас есть? Тут у нас есть, ребята, один такой богоюзный выход. Я не знаю, работает, не работает. Сейчас попытаемся проверить. Вроде не работает. Ёпта, мопта, ну. Работает, но как-то цепануться тяжело. У меня просто кривые руки. Ой, боже ты мой. Есть. А там и шестой сет, пацаны. Надо патронов. Надо было хотя бы 25 разрывных патронов взять. Ёпурасота. Ой, я тупой. Капец, блин. Сколько я в него должен был зажать. Он не умирает. Вообще бессмертный. А я еще прыгнул под конец. И он цепанул меня патроном. Ай, блин. Ой, жесть! Как это сложно! Надо было купить хотя бы 25 разрывных патронов. Кумыс, какой же ты ёпсель-мопсель тупой! Да, жесть! А я думал, все так гладко будет, ребят. Сучка. Ладно, ребят, это первая часть ролика. И... я постараюсь с этого сета, я сейчас сделаю скрин специально, у меня 0 бабла, ну там 10 тысяч, но это не считается, за 10 тысяч, а хотя за 10 тысяч можно купить зеленые патрики, так, у меня осталось 10 тысяч, запомню, и остался вот этот вот сет, я сейчас сделаю скрин, и дальше, ребята, мы будем с вами продолжать все это делать, кому такие ролики заходят, чтобы подниматься с нуля. То есть моя задача попытаться подняться с нуля и поднять весь шестой сет. Сразу говорю, на блокноте у меня все записано. 10 тысяч, остальное я прям тут вычитал. Ёптать, кумыс, математик тупой.
Так что, ребята, кому зашел данный ролик и кто хочет увидеть продолжение, как Кумыс пытается с нуля собрать шестой сет, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если данный ролик вам зашел, ребята, пишите в комментариях, какие еще сложности у вас происходят в метрошке и как вы пытаетесь выйти из данной ситуации, в которой ситуации теперь я нахожусь. Вторая часть будет скоро, так что ждите, жмите лайк, подписывайтесь, ребята, на канал обязательно, потому что все мои ролики смотрят около 70% людей, которые не подписаны на канал. Обязательно я потом еще выделю вам и покажу статистику. Так что, ребята, если вам нравится, подпишитесь на канал, прожмите лайк, будьте друг другу добрее. Увидимся на следующих роликах. Всем, ребят, хорошего дня. Пока-пока.